Сегодня избранный глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с представителями Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Православной Церкви. Возрождение духовной культуры и единство республики, строительство храмов, духовно-нравственное воспитание и многое другое. Все это основные направления взаимодействия Кабинета министров нашей республики с Чувашской митрополией. Именно о сотрудничестве между двумя сторонами говорили сегодня в Доме правительства. Я полагаю, наши отношения только будут улучшаться, и мы эффективно как сотрудничали, так и будем сотрудничать. Слова искренней благодарности глубоко уважаемой владыке вам, прежде всего, потому что вы, управляя митрополией, в данном случае и всеми теми епархиями, которые расположены на территории республики, многое добиваетесь, и вы мобилизовываете людей, духовно обогащаете, и прежде всего с точки зрения морали и этики люди формируются, воспитываются на духовно-нравственной основе. За помощь в организации визита святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в нашу республику Михаила Игнатьева наградили медалью первой степени святейшего Авраамия Болгарского. Архиерейскими грамотами отметили членов правительства Чувашии.